17 августа сего года в Беларуси состоялось ежегодное мероприятие, посвященное высоким технологиям, инновациям и экологии – «Экофест-2019». Уже в четвертый раз в экотехнопарке Skyway собрались гости из почти 50 стран мира. Предыдущие фестивали, проходившие в 2016-17 годах, посещали от 800 до 5000 участников. Кроме того, в 2018 году впервые была проведена онлайн-трансляция события, после которой общее число реальных и виртуальных посетителей превысило 50 тысяч. На фестивале была создана такая атмосфера, чтобы все его участники смогли почувствовать себя жителями города будущего, где реализуются возможности и сбываются мечты. В этом году за тем, что происходило на фестивале, можно было также наблюдать благодаря официальной трансляции в интернете. А происходило многое. Можно было увидеть, как гармонично могут сосуществовать природа и транспорт, как исправить сложившуюся экологическую ситуацию и внедрить разумное использование земли. И все это с помощью инновационной технологии Skyway, прорывного транспорта, автоматических систем управления, искусственного интеллекта и авторских агробиотехнологий. В течение дня были продемонстрированы самые последние разработки закрытого акционерного общества «Струнные технологии», состоялись многочисленные встречи и интервью с единомышленниками из разных стран мира. Но, безусловно, самым ожидаемым событием в программе мероприятия стало выступление генерального конструктора компании Анатолия Юницкого и последовавшая вслед за ним конференция в форме «Вопрос-ответ». По традиции в своем докладе Анатолий Эдуардович подвел итоги работы компании за год, прокомментировал ключевые события из жизни проекта, а также обозначил стратегию дальнейшего развития Skyway. В 2019 году экотехнопарк принял рекордные 5500 человек, а количество просмотров официальной трансляции на YouTube уже перевалило далеко за 40 тысяч. Гости мероприятия активно делились в соцсетях всеми событиями и своими впечатлениями. Участники Экофеста 2019 поддержали инициативу организаторов по созданию специального банка живых почв и почвенных микроорганизмов, привезя с собой образцы земли из 90 регионов мира. Она будет использована для создания уникального реликтового гумуса, который способен восстановить любые типы почв, в том числе и пески пустынь. Как и во все предыдущие годы, музей Skyway, пополнившийся новыми экспонатами, привлек особое внимание участников фестиваля. Он не похож на традиционные экспозиции. Самое интересное – имена инвесторов – располагается на потолке. И большинство посетителей с увлечением разыскивали свое имя среди десятков тысяч других партнеров проекта, которым посчастливилось увековечить здесь свое имя. На четвертом Экофесте абсолютно все гости фестиваля смогли опробовать струнный транспорт в действии – юникар, бирельсовый и 14 местные юнибусы. По отзывам гостей, после очного знакомства с подвижным составом, они еще сильнее поверили в его безопасность, комфорт и инновационность, что еще больше убедило их в успешном будущем струнного транспорта Юницкого. Не все итоги прошедшего праздника уже подведены, а многие средства массовой информации уже опубликовали его обзоры. Например, телеканал РБК снял подробный репортаж с Экофеста, а также пообщался с генеральным конструктором Анатолием Эдуардовичем Юницким и генеральным директором Надеждой Геннадьевной Косаревой.
«Комсомольская правда» также не обошла стороной столь масштабное для Беларуси событие. Насчет второго по важности, после выступления генконструктора события, мнения были не столь однозначны, ибо люди не всегда могли определиться, что это – катание на трех типах подвижного состава SkyWay или испытание высокоскоростного юнибуса, свидетелями которого они также стали. Эти тесты обеспечат разработчиков информацией для устранения детских болезней, присущих любой высокотехнологичной новинке, а также позволят разработать регламент планового технического обслуживания. После этого можно будет начинать серийное производство нового типа подвижного состава SkyWay. Безусловно, Экофест 2019, с одной стороны, стал новой вехой в развитии технологии SkyWay, убедив участников праздника в ее эффективности, безопасности и правильности избранного пути, с другой – продемонстрировал тысячам партнеров проекта из всех уголков планеты вектор дальнейшего развития. А это значит, встретимся через год, чтобы поразить воображение гостей Экофеста 2020 новыми достижениями.